информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Не тормози. Да с книжкой толковой. Моя информация может тебе пригодиться. Нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть. Так, идем. Тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Которые я, кстати, выручил благодаря продаже всех артефактов профессору Сахарову. Это я записывать не стал. Проходи, не задерживайся. Поэтому идем дальше. Все еще горит задание убить снайпера на вышке, но этого делать я все же не собираюсь. Эту винтовку мне подарил командир долго. И костюм мне также подарили они. Стойкость не намного выше.
Ну вот, значит. Зато можно бегать. Иди сюда. Кто тут главный у вас? Вот. Ладно, третья попытка. Thank you.
такси, пообщаемся. Да и нет. Подходи, пообщаемся! Я захожу на уровень радар, довольно опасный, наверное, один из самых опасных. Опаснее, наверное, только Припять. Ладно, идем. Так, продолжаем. Что у нас здесь? Контролирует монолит. Готов. Еще идут. Ребятишки. Ёлки.
зомбированный был. Обратить внимание, что монолиты все сидят всегда, ну, то есть не всегда, довольно часто в самом пекле радиации. И ничего. Thank you.
гады. Сбоку. Продолжаю. Довольно опасно на этот раз путешествие по миру зоны. Обычно что у этих ребят. Пригодится. Это не особо. И выжил. Yeah.